Привет, это канал IT User Help, и в этом коротком видео я покажу, куда сохраняется скриншот, сделанный через кнопку Print Screen на клавиатуре вашего компьютера. Многие пользователи сталкиваются с проблемой, что когда они хотят сделать скриншот стандартными средствами Windows, нажимают Print Screen и ничего не происходит. Скриншота нет. Дело в том, что при нажатии Print Screen у вас сохраняется скриншот в буфер. То есть как такового файла, который вы можете сразу использовать, нет. Для того, чтобы сделать этот скриншот в формате JPEG, либо в каком-то графическом формате, вам следует сделать следующее. Значит, то есть мы сделали. Я сейчас делаю скриншот. Print screen нажал. Далее. У нас сейчас в буфере обмена хранится скриншот экрана. Но чтобы сделать из него файл, мы создадим точечный рисунок. Правой кнопкой мыши. Создать точечный рисунок. Создали. Далее, правой кнопкой мыши нажимаем «Изменить». «Изменить» у нас открывается PowerPaint. Далее, здесь в левом углу «Вставить» и выбираем «Вставить». Все, у нас вставилась картинка с разрешением вашего экрана. Можно здесь изменить, уменьшить или увеличить это разрешение. Дальше нам нужно нажать «Файл», «Сохранить как» и выбираем формат. К примеру, JPEG. И выбираем место сохранения, пускай это будет рабочий стол. Нажимаем «Сохранить», закрываем. И вот теперь у нас на рабочем столе есть полноценный скриншот. Если вам часто приходится делать скриншоты, то лучше установить и дополнительное ПО, которое по одному клику делает готовый JPEG или какой-нибудь графический файл. Ну а если вам нужна эта функция иногда, можно пользоваться таким способом. Либо для чего еще это может быть пригодно, например, можно вставить этот скриншот в Microsoft Office, Word или другой текстовый редактор, который поддерживает изображение. То есть вот у вас текст и скриншот. Для этого не нужно создавать. Для того, чтобы вставить скриншот в Word, не нужно создавать вот этого файла JPEG. То есть достаточно нажать кнопку Print Screen, и дальше в Word вы можете вставить. Через правую кнопку мыши, соответственно, вставить. В операционной системе Windows 10, кроме того, вы можете сделать сразу скриншот в графическом формате, нажав кнопку Windows и Print Screen. То есть вы видели, было такое потемнение экрана, это говорит о том, что скриншот сделан. Я нажал кнопку Windows и Print Screen одновременно. Если у вас ноутбук, то вам нужно нажать три кнопки. Клавишу FN, функциональная, ту, через которую вы регулируете яркость. Ее нажимаете. Нажимаете кнопку Windows. И третью Print Screen. То есть три кнопки. Нажали, у вас сохранился скриншот. Сразу в графическом формате. Найти его можно в папке «Изображение». Заходим, и здесь есть папка «Снимки экрана». И вот они уже сразу в графическом формате. На этом все. Спасибо.